Так, ну что, продолжаем дальше. Задание пошло не по плану. Альфа-9 не смогли ликвидировать генерала Васкеза. Агент Родригес был раскрыт. Команда направляется к лодке Стингрей, чтобы отправиться к месту, где предположительно держат Родригеса. Освобождение нашего агента – первостепенная цель. Мы своих не бросаем. Альфа-9. Ну все. Это Мама-2. Прием. Стингрей в пути. 5 минут до точки. Вы должны зачистить сектор, отмеченный на GPS. Принято, Мама-2. Мы в пути. Следуй за мной. Не отставай. Не высовывайся, не стреляй без необходимости. Пошли. Пойдем. Противник! Прячься в тех кустах! А где противник? Я не видел никого. А вот. Трое, ебать. Será mejor que los nuevos reclutas se comporten. Algunos necesitan mejorar su actitud. Tienes razón. Nosotros nos encargaremos de eso. Hey, hombre. ¿Puedo preguntarte algo, en serio? ¿Cuándo mataste al primer hombre? Hace 10 años. ¿Qué дальше-то? Del puerto y un pescador nos preguntó que qué hacíamos. Все. Их больше нет. Можно двигаться. Вот еще противник. Действуй. Где? Он тот, что ли? Ты думаешь, его надо мочить, либо? В смысле, блядь, не попало? Как-то хуй пойми, как тут стрельба работает, ебать. Все вроде бы... А, еще есть. Второй нет никого больше. Гости. Противник прямо по курсу у той хижины. Ликвидировать. Все. А что, еще кто-то, что ли? Хуя себе, еще и видят, блядь. Блять, на миникарту не смотрю, забываю про нее, блять. Готов. Да из меня снайпер такой хуевенький, блять. Я не отрицаю, как бы. По стелс. Я не люблю стелс, я люблю рашить, блядь. Тихо, тихо. А ты не сдох, что ли? Петух, блядь, да нахуй мне петух. А вот я помер, не? Блядь, ну я понимаю, что нам мне в другую сторону надо, но я, блядь. Вот эти хочу убить, блядь. Блядь, там еще один где-то остался.
Все. Надо хильнуться, может у них аптечка тут есть. Что у них тут и особо нет ничего. Бедновато живут ребятки. Вы нашли секрет. Тут секрет был, блядь. Пулемет. Так, а тут еще? Давай эту хату зашмонаем. Может хилка одна найдется, пригодится, хули. А, полный комплект, понял. Пойдем. Это бритва 6-4. Он был серьезно ранен, его забрал Стингрей. Жду дальнейших указаний, ты. Я один. Я помогу тебе пробраться через лагерь. Имей в виду, там серьезная охрана. Двигайся. Да похуй вообще, ебать, не похуй. Ой. Не боюсь я. Имел в виду. Едет кто? Далеко собрался, брато. Далеко не уйдешь, на. Бритва 6-4. Прием. Поступили новые данные. Тебе не нужно ломиться через лагерь. Скоро из лагеря отправится конвой. И если ты сможешь вовремя туда попасть и спрятаться в одном из грузовиков, тебя доставят туда, где держат Родригеса. Понятно. Приступаю. В смысле? Пиздец, это что за хуйня в натуре, блядь? Как это понимать? Вроде в голову целятся, они не умирают иногда вообще, не хотят. Пуля мимо летит, а? Чё это, как это? А как это так? Хуя там пацанов, блядь, да хуя. Да попробуем пройти. Ну, это не сложная миссия. Все.
нужно добраться до маяка. Ты должен видеть его со своей позиции. Ма, стелсом нахуй. Стелсом дойду, похуй. А чё? Пэ, на камнях серьезно виден, блядь. Надо позаныкаться нахуй. Стелсмен, ебать, понял я, стелсмен, нахуй. Опасный чувак, ебать. Хотя так пройду, хуй кого убью, вообще похуй. А может, ёбну кого-нибудь. Может, мне кто-то не понравится, блядь. Вон тут можно обойти, заборчик есть. Разбитый, блядь. Так, ну пока все хорошо. Пока врагов нет, я всех обошел, блядь. Блять, что ты скатывайся, это сука, блять. А? Все, прошли, ебать, быстро нахуй. Как один в один, прям. Вообще легко, но секреты эти нахуй мне не нужны, как бы я понимаю, что можно лазить по зданиям, как бы секреты эти искать. Ну продолжим на следующей серии, блядь.